Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня пришла вот проверять свои орхидейки на полив. И смотрю, что как бы... В общем, посмотрела горшочки. Поливать еще, конечно, рано. Теперь стою и рассматриваю сами цветочки. Все-таки сегодня уже 13 мая. Как красиво продолжает цвести мои орхидейки. По сравнению с другими орхоманьяками, такими, как и я, у меня, конечно, очень-очень мало орхидей. У людей так вот смотришь видео, намного больше цветов и голландских орхидей, и азиатских. Вот, у меня, конечно, очень мало. Смотрите, какая красота. Какая красота. Девочки, мальчики, налюбоваться не могу. Какие. И каждый день я прихожу, в общем, вернее, подхожу к этому окошечку и любуюсь своими орхидейками. И каждый день я наблюдаю, в общем, какие-то изменения у них. Ну вот, к примеру, вот эта орхидейка. Смотрите, сколько новых корешков у нее, да? Это буквально вот, ну, наверное, неделька прошла, как я заметила, эти корешки. Они были совсем малюсенькие. И вот, видите, уже какие. Вот. И вот этот корешочек старенький пошел расти. Вот он, вот он, вот он. Видите? Вот. А та орхидейка... И цветы выпускает, вот такие вот красивые цветы, да, выпустила, держит, сколько там у нее, очень много, такая вот небольшая веточка. И смотрите, какой красивый у нее растет листочек. Вот, ну, вот эта орхидейка, конечно, без изменений. Вот у нее там ничего, ну, может быть, там, если и посмотреть, покрутить ее, может быть, у нее там... Конечно, есть какие-то изменения. Очень много я смотрю корней у нее. Таких, видимо, все-таки погорели, когда я ее поливала с душа хлорированной водой. А вот. Это орхидейка, смотрите. Он пускает новенькие. Все продолжает и продолжает. Видите, сколько бутончиков новеньких. Все продолжает и продолжает цвести. Какая красота. Листочки очень красивые. Вот у этой орхидейки. Смотрите. Какие цветы. Там у нее бутончики есть, но отсюда, к сожалению, не видно. Вот, вот это новенькая у меня дикий котик. Вот, я про нее снимала видео. Есть у меня и пересадка, как я ее пересаживала. И как я бегала за ней на почту два раза получать. Друзья, смотрите, какая красота. 135 гривен. Когда такое было? О, какие красивые. О, какие красивые. Правда, немножко вялые. Наверное, поэтому стоит 135 рублей, потому что они уже загибаются. Видно, не... Сейчас, если найду себе что-нибудь порядочное. И таких цветулек. Вон там еще есть. Красота. Такая красота. Ой, какая красота. И чтобы так вот, вау, конечно,
конечно, у меня что-то нет. Осень, конечно, красивая, но не вау. Ну, еще посмотрим, там еще есть стеллажи. Ой, ну какой же выбрать? Ну какой выбрать? Глаза разбегаются. Еще один стеллажик. Сколько красоты! В общем, глаза разбегаются, выбрать не могу. Вот такая костенькая. А пахнет возле них. Класс, как пахнет. Наверное, какие-то пахнут. В общем, сейчас буду выбирать. Девчули, я пришла в Леруа Мерлен. В общем, там, смотрю, вдалеке уже полно орхидей. Но в Ашане я таки купила одну орхидею. Сейчас посмотрим, что здесь. Дома вам покажу, что я купила. Магазин уже открыт полностью, нигде нет никаких загорожек. Ладно, сейчас посмотрим на орхидейки. В общем, цветов тут полно, но это все цветы высаживаются в грунт в саду. А вот и орхидейки. 150 гривен. Вернее, 160 гривен здесь орхидейки. А вот смотрите, какой красивый. 229. Какая орхидейка. Класс. Написано орхидея. Полинопсис, но это не она, конечно. И вот еще такая красивая есть. Смотрите, какая красота. Вот это мне очень понравилось. Ну, тут разные цветульки. Минус 50%. Минус 50%. Все те же на том же манеже. Видите, с прошлого раза еще стоят. Вот еще красота такая. Листочек, правда, у нее. В общем-то, тут выбор очень маленький сегодня. Он сверху еще есть. Мама, вы сходили по всем твоим делам. Можно 2 минуты здесь постоять? Я могу тут все добить. Гортензия красивая. Какая красивая гортензия. Она такая комнатная. Но все равно красивая. Красивая, да. Бегония. В общем-то, выбор здесь маленький, но единственное, что мне понравилось, это вот эти вот цветы, вот эти. Ну, что-то они непонятно, написано фаленопсис, но это не фаленопсис, и, конечно, цена 230 гривен почти. Чуть-чуть бы подешевле, я бы ее купила. Красивая очень. Ну, подождем, может, оценят. Бульбы, вон какие у нее красивые. Для сада. Какие цветы. Ну это не цветы, это вырастут шикарные кусты, конечно. Сосна 299 гривен, почти 300 гривен. Это у нас что, самшит? Самшит. В общем, разные кустики в разную цену. Вот эти вот красивые, мне очень нравятся. Хотела купить своей невестке в дом, но она не хочет. Вот, может быть, уговорю ее. На базаре стоит 300 гривен, а тут такие кустики, вон. 300 гривен.
Ну, за ними, конечно, уход нужен и уход. Не знаю, будет ли она за ними ухаживать. Вот какие красивые, большие. Высокие. Вот, смотрите. Целый сад. В общем-то, они разрастаются, разрастаются. Красивые разные подставочки, подготовочки, стоечки. 670 гривен. Вот такую вот мне надо еще одну, наверное, приобрести. 1089 гривен. Вот такая вот, смотрите, какая большая. Это на высокие, наверное, потолки. А вот подставочки, смотрите, вот такие, знаете, тяжелые вазоны на колесиках. На колесиках. Нашла еще одну стоечку, тут тоже вот, наверное, уценки, тут вот даже цены на них нет, но они в таком, смотрю, страшненьком состоянии, что точно уценочки. Так, ну я уже, наверное, тогда сегодня ничего не буду покупать, хватит того, что я купила. Один фаленопсис я таки купила в Ашане, а здесь уже не буду ничего покупать. В общем, пойду еще похожу, посмотрю, что у них здесь есть. Вот, я думала, что здесь, ну, может быть, со временем будет немножко больше домашних цветов, потому что эти, конечно, очень мало выбора. Вот нашла небольшой такой горшочек, вернее, это кашпо, видите? Наверное, если сюда садить, то получится только закрытая система для орхидеи. И недорогой вроде бы, 39 грин. Вот не знаю, что делать, посадить эту новинку, что я купила в такую закрытую систему. Или в обычные горшочки. Вот. Такие вот здесь горшки. Вот красивый большой горшок. Если бы я его обнаружила бы раньше, я бы пересадила сюда вот эту свою белую старенькую орхидею и не пересаживала бы ее. Вернее, не омолаживала бы. Ладно, сейчас подумаю, что мне здесь сделать. Ну что, друзья, я уже дома и показываю вам орхидею, которую я купила. Вот такая вот орхидея. У меня есть похожая на эту орхидею. Вот цветочки там маленькие. И она без вот таких вот крапушек. Это в крапушку. Вот такая вот орхидейка. Завтра мне надо будет обязательно. Сегодня она постоит, а завтра я ее разберу. Вот такие вот у нее листочки. Торг вроде бы неплохой, но я так, знаете, смотрела. Вроде бы мне показалось, что она хорошо полита. А сейчас я смотрю, и мне кажется, что там, в общем-то, какой-то мох или что. Или какая-то зелень. В общем-то, я не знаю, что это такое. Завтра буду разбирать. Видите, на сухих корешках какие-то вот такие вот, типа, прямо как иголочки какие-то. Что это такое, тоже не знаю. Завтра ее разберу, пролью хорошенько. И, может быть, даже и пересажу, посмотрю, в общем-то. Вот такая вот у меня орхидейка. Корни, конечно, здесь вроде бы неплохие, но поскольку я могу видеть, а там, не знаю, надо вынимать и смотреть. Вот такая вот красавица. Вот. Ладно, друзья. Завоз, конечно, не очень шикарный сегодня был в этом Ашане. А в Леруа Мерлен тоже были одни остаточки, так сказать. Ну, на этом буду заканчивать свои видео. В общем, ждите продолжения. Буду снимать продолжение с этой орхидейкой. Что я буду с ней делать. Ну, а теперь всем пока-пока. До следующего видео. Всего вам хорошего.